Родительское сообщество Одинцовского района вышло с инициативой проведения благотворительной ярмарки на базе Одинцовской лингвистической гимназии. В декабре Святослав Филиппов должен пройти дорогостоящее лечение. У семьи необходимых средств нет. Именно поэтому было решено провести акцию в поддержку малыша. Сегодня мы собираем средства в помощь Святославу Филиппову. Мальчик 4 лет. У него ДЦП, и ему нужны средства на реабилитацию. В принципе, я надеюсь, что это поможет ему действительно начать полноценно ходить, ну и выздороветь. В этот раз ярмарка проходила на двух площадках. Количество участников было рекордным. Дети активно приносили свои поделки, игрушки, выпечку на продажу, а потом сами скупали это все, отдавая за пирожные символические деньги. Это крайне важно. Такие мероприятия, особенно для наших детей, которые живут в таком мире, когда темп огромный, они не замечают, что пролетает мимо. Поэтому мы должны им подсказать, какие бывают ситуации в жизни, насколько важна для других деток помощь именно такая, когда они своими ручками что-то делают, или мамы вместе с ними, когда мы помогаем другим детям выздороветь или хотя бы получить какие-то эмоции. И вот если мы будем рассказывать своим детям об этом, они будут гораздо добрее и чутче. Ученики среднего звена выразили желание помочь взрослым и активно реализовывали все, что принесли ребята. У детей, которых болезни или что-то другое, ну, надо им помогать, чтобы они были, как мы, здоровыми и всегда думали о хорошем. Я считаю, нужно всем помогать. Тем более мы же не только для себя это делаем. Мы делаем это для других. Мы помогаем мальчику. Детям очень интересно тоже это все смотреть, покупать что-то новое в нашей школе. Особенно интересно вот нам продавать, потому что мы видим чувства, мы видим, как они вот это хотят, вот видят что-то. Я считаю, что эти мероприятия очень важны, чтобы было взаимопонимание между людьми, то, что они такие же, как мы, просто им нужна помощь. Чтобы пройти реабилитацию, семье Святослава Филиппова необходимо было внести на счет клиники 260 тысяч рублей. Сумма внушительная. И какова же была радость организаторов ярмарки при подсчете средств? Всего за несколько часов, благодаря поддержке детей, родителей и педагогов, удалось собрать 247 тысяч. Совсем скоро 4-летний малыш отправится на лечение. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».